Прошедший 2013 год выдался для Росреестра достаточно сложным и очень насыщенным. Рост у нас идет показатели. Это договор долевого участия в строительстве жилья на 25% рост у нас. Регистрация договоров ипотеки на 7%. Регистрация прав на земельные участки также на 7%. Снижение показателей у нас произошло. Это регистрация прав на жилье на 10% и по оформлению прав на объект недвижимости в упрощенном порядке, то есть так называемая дачная амнистия, у нас произошло снижение на 16%. Впрочем, как отмечают специалисты Росреестра, в таком снижении нет ничего страшного. Все желающие зарегистрировать свои дома, дачи и участки уже реализовали это право. Обратная динамика наблюдается на рынке ипотечного кредитования. Все чаще для улучшения своих жилищных условий оренбуржцы обращаются именно к заемным средствам. Ипотека впервые с 2011 года она, как способ приобретения жилья, она обошла приватизацию. Что касается качества предоставления услуг Росреестра через МФЦ, то здесь есть над чем поработать. Согласно рейтингу по этому показателю, Оренбургская область не вошла в топ-10. Тем не менее, 17 место из 70 плохим результатом не назовешь. Одно из самых важных изменений 2014 года стало то, что нотариусы получили право удостоверять сделки с недвижимостью наравне с госрегистраторами. Причем законность этих сделок ложится на самих нотариусов. Они свою деятельность страхуют. То есть если у нас регистратор застрахован, ну не застрахован, а его ответственность именно государством, вот здесь они у нас частные, как все мы знаем, есть нотариальные палаты, ну и выше там Москва, пожалуйста. То есть однозначно, я думаю, люди не должны страдать из-за того, что какой-то нерадивый нотариус. Стоит отметить, заверять сделку у нотариуса или нет является вашим добровольным желанием. Оксана Боричева, Роман Боричев, Новости дня.